По мнению известного таджикского правозащитника Иззата Омона, Мамали Рахмон за время своего пребывания у власти создал настоящий авторитарный режим, вследствие чего ущемление прав жителей страны превратилось в обычное явление. После 30 лет правления Рахмона вы сами видите, да, ситуацию с правами человека в стране. Ни одного независимого издания в Таджикистане нет. Все журналисты более-менее авторитетные находятся в Европе, в других странах, потому что их жизни угрожает. Даже к ним домой приходят до сих пор. Этим журналистам домой приходят и угрожают. Ируз басадокати дустов бародаров ва хамватанои худам қоил шудам. Худи ҳами офис. Также правозащитник призвал население Таджикистана не проявлять безразличия к происходящему в стране. Я бы хотел, чтобы народ очнулся, народ понял, понимал, что на самом деле происходит. И самое главное, научиться требовать свои права. Везде они ущемляются, но почему-то наш народ боится, не говорит правду, не требует свои права. Вот поэтому и мы в таком положении находимся. Вот этого я бы посоветовал народу, гражданам, которые находятся в стране. Тоджик дига сахиб надора, аз бас хукумати ма хомош буд, аз бас хукумати ма низ фи замина ба хитой.